Лучше всего по грунтовке ездит. Там асфальт такой, что там как по булыжнику. Я думала, мы там с тобой увидимся. Там неровный асфальт. Это ты нормальным шагом шла, до сюда только дошла? Костя едет на самокате, а я радуюсь за него, потому что я знаю, как это классно. Какие это классные ощущения, особенно когда первый раз. Как ветер гоняешь. Да, шустренько ездит. Это что, здесь такой запах? Да. Я думаю, это, может, уже самокат горит уже от меня. А все, домой пошли. Нет, катайся. Да я-то завтра накатаюсь еще, а ты сегодня покатайся. Так, а ты что, на самокате завтра поедешь опять? Да. Ты офигель? Да. Лен, я это переживаю. Так я буду ездить теперь по тротуарам. А как по тротуарам? Точно так же. Будешь? На 10 скорости. А как его таскать? Нет, прыгать, на скорости 10. Там бордюры все со спусками в Краснодаре. Да ладно. Да, чего? В основном, да. Так даже? Да. Котя развлекается. Ну иди катайся, Котя, иди катайся. Да хватит, да, ну хватит. Чего туда-сюда кататься, не прикольно. Ну, прикольно, но сколько можно-то? Можно, можно. Иди катайся. Че, какие функции-то еще есть? Фонарик. А как его включить? Два подряд нажатия. На эту же кнопку? Угу. Прикольно. А что-то он какой сладенький. Не, хорошо видно в темноте. Да? И сразу включается сзади вон эта подсветочка-то, как она называется, я забыл. Габариты. Да, габариты. А выключается тоже так же? Да. О, уже четвертый аккумулятор посадил, ни хрена себе, я уже столько проехал. Ну что там делов-то? Всего-то на 20 километров. Значит, ты 5 километров ну, проехал. Ну да, я уж пятеру, наверное, проехал. Хотя нет, отсюда. Километров 3 точно проехал. Ну езжай, что? Ну, а может, и проехал пятеру. Я туда уже, туда-сюда 3 раза уже съездил, а тут далеко все. Так и там сколько уже ты гонял? Ну давай до дома. Может, ты доедешь? Да езжай туда еще, съезди. А что, в смысле, ты меня выкатываешь? Сама да. Здесь? Тебя катаю. Я домой. Нет. А куда? Туда-обратно, а я домой пойду. Здрасте.
Ну все, я домой пойду. Вот такую вкуснятинку жарящий на завтрак. Адыгейский сыр жареный. Вкусно. А не начать ли мне каждый день снимать видео? А то я что-то редко с тобой вижусь. А что, у меня ничего не происходит, что ли? Что-нибудь происходит. Вот, например, сейчас. Что я делаю сейчас, как ты думаешь? А я готовлю. Я варю борщ куриный и курочку жарю. Кто хозяюшка? Я хозяюшка. Ты умничка, как доченька моя говорит. Я умничка. Так что, если хочешь, буду снимать видео почаще. А вот моя кухня. Кухня в Краснодаре. Наша с Денисом кухня. Картошку мама вчера почистила. Владимир, я не забыл. Нет, Владимир, включила. Что у нас тут еще есть? Стол, который, я говорю, мужчина, хорошо бы его поставил на все ноги. Но пока не ставит. Ну ничего, разберемся. Все будет нормально. Жду, когда приеду во Львовку и буду тоже там порядок наводить. Но только мне его там наводить пока некогда. У меня там еще не закончился монтаж видео. Свадьбу я закончила, а мне теперь еще надо 1 сентября сделать. Сделай, не вопрос.